Привет, меня зовут Олег, и прямо сейчас я расскажу тебе о неубиваемом смартфоне Ginzu RS94D. Сегодня рынок наводнили разнообразно укомплектованные девайсы с защитой от влаги, пыли, самозаживляющимся пластиком и много чем еще. Выходит, найти живучий смартфон несложно? Может быть. Но вряд ли что сможет сравниться с Ginzu RS94D. Это мы сегодня и проверим. В прямом смысле. Устроим этому внедорожнику среди смартфонов настоящий краш-тест. Корпус Ginzu RS94D изготовлен из высококачественного алюминия и защищен резиноподобными пластиковыми панелями. То есть случайное падение со стола смартфону не страшно. Девайс получился брутальным. Этакий настоящий мужской внедорожник. Он отлично защищен от проникновения пыли и влаги. Класс защиты IP68 позволяет использовать его под водой. Давайте для начала слегка искупаем наш внедорожник. Действительно, с такой мелочью RS94D справился на ура. Тогда устроим водные процедуры посерьезнее. Все разъемы Ginzu RS94D плотно закрыты заглушками. Это и обеспечивает отличную пыли- и влагозащиту. Экран с диагональю 4,7 дюйма и HD-разрешением 1280 на 720 пикселей выполнен по технологии IPS, защищен стеклом Gorilla Glass, поддерживается до 5 касаний. И после купания цветопередача в норме. Корпус девайса неразборный, что создает впечатление монолитной конструкции. Ни о каких скрипах и люфтах речь не идет. О таких девайсах в народе говорят «хоть гвозди забивай». И даже острые каблучки вряд ли попортят товарный вид смартфона. Ну и, наконец, совсем уж жизненная ситуация. Другой девайс давно бы издал прощальный писк и почил бы с миром, но не Ginzu RS94D. Он наверняка найдет своих поклонников среди тех, кто любит заниматься экстремальными видами спорта или просто является представителем брутальных профессий, вынужденных работать в жестких условиях. Он не будет пасовать там, где большинство аппаратов попросту откажется работать. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к этому обзору на сайте связной.ру. Ведь именно твое мнение нам интересно. Меня зовут Олег. Пока!